Так, все готове, каже Олексій Резніков, міністр оборони, запевняє, що контрнаступ Збройних сил України буде вдалим. Буданов Кирило, керівник головного управління розвідки, заявляє, що найближчим часом усі побачать очікувані результати, а CNN пише, Росія недостатньо готова до українського контрнаступу, і Москва зараз знаходиться на стадії бійки в барі перед закриттям. А що ж так не підготувалися? Що вплинуло на їхню розбалансованість і недбалість? Да, вопрос такой комплексный. Честно говоря, я тут, наверное, с Резниковым соглашусь, мы уже об этом говорили с вами, Ира, о том, что есть определенные завышенные ожидания от контрнаступления. То есть многие думают, что вот контрнаступление произойдет, и мы сразу освободим все наши территории, Россия, значит, поднимет лапки вверх, скажет, все, мы готовы уйти. На самом деле не так. Контрнаступление — это будет очень важный шаг, действительно. Но, скорее всего, это будет не последнее контрнаступление. То есть для того, чтобы освободить все наши территории, нам, и техники недостаточно, и, наверное, авиация понадобится. И понадобится очень плотно отработать по складам, по командным пунктам, как это делали в преддверии контрнаступления на Харьковском направлении, на Херсонском. Мы видим, что есть определенные моменты, свидетельствующие о том, что идет подготовка. Например, вот эти склады с горюче-смазочными материалами, которые в Крыму сгорели, огромное количество топлива. Да, там в Крыму уже гауляйтер местный заявил, что это не отразится никак на поставки топлива на заправки. Но мы видим, что вдруг каким-то образом случайно образовалась очередь на выезд из Крыма через Крымский мост. Готовятся сейчас паромные переправы дополнительные на случай, если вдруг что-то с Крымским мостом случится. Но, в общем, подготовка идет. И, как говорит наше военное, в первую очередь, военно-политическое руководство, мы об этом узнаем, но узнаем в тот самый момент, когда оно начнется. Это правильно. Поэтому у россиян, конечно, паника. Где-то примерно такое состояние, паника, потому что стоит посмотреть заявления унылые их пропагандистов, военкоров, военкорами, наверное, нельзя назвать. Но, в общем, их вот этих вот рупоров Кремля, которые говорят, что происходит, где наша армия, со дня на день все начнется, как мы будем дальше жить там и так далее. То есть все психологически это на них очень серьезно давит. Но опять же, не стоит завышать ожидания, и даже если мы не заберем сразу все наши территории, то мы это сделаем последовательно, это нужно понимать. Для этого нам еще нужны будут поставки оружия, именно поэтому Рамштайн не последний, именно поэтому санкционные пакеты еще будут. Поэтому комплексная работа, которую мы ведем, но со временем она дает очень ощутимый и показательный результат. Поэтому ждем, конечно. И мы видим, что вот эти ракетные обстрелы, которые россияне возобновили, запуски дронов, они хаотично пытаются как-то прервать то самое контрнаступление, которое им покоя не дает. Естественно, это у них не получается. Они начинают ротацию руководства военного. У них там уже меняют одних на других. Кого только не поменяли. Только Шойгу еще пока на своем месте сидит. Ну, в общем, все идет по плану, как говорил диктатор российский, но по плану вооруженных сил Украины. І бавовна не тільки в Криму. От сьогодні стало відомо про результати блискучої роботи партизан в Брянській області. Там після підриву залізниці вагони з нафтопродуктами теж та запчастинами до армії окупантів не доїхали і вже не доїдуть. А от якщо деталізувати про ці чергові масовані ракетні удари, які ми бачимо, по суті, з 27-го числа, або ще Миколаїв, я нагадаю, там минулого тижня наприкінці став жертвою цих атак. Побачили ми напередодні 18 крилатих ракет, які знову полетіли на мирні міста. І от Міністерство оборони Російської Федерації з цинізмом знову відзвітувало, що вони атакували військові підприємства, а не житлові будинки в Павлограді, які були не тільки житлові будинки, магазини, 9 закладів шкільної дошкільної освіти. Це вони називають
військовими підприємствами і знов написали «Мету удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені». Можливо, ця нічна цинічна ракетна атака приурочена до 1 травня, все-таки ж якось вони мали не лише в Майнкрафті поклонінням до пам'ятника Жириновського, який там заглючив, а ще й таким якось продемонструвати цей символізм. Действительно, то есть тут ведь вопрос не в том, куда они попадают, а попадают они действительно в основном в мирные объекты, к сожалению, в жилые дома. И Умань, и много других подтверждений этому. А вопрос в том, как они интерпретируют для своих эти ракетные атаки. Чтобы вот эта паника не распространялась в преддверии контрнаступления, они, значит, выходят и браво рапортуют, их минубийство вот этим браво рапортуют, уничтоженные, значит, цели, командные пункты, натовские какие-то бункеры, военные предприятия и так далее. Но мы же понимаем, что мы же своими глазами видим, куда они попадают. Но для своих россиян они говорят, смотрите, мы еще никакого поражения нет, мы еще можем, мы вот еще ракеты у нас есть, да, мы там не по 100 ракет, как раньше запускаем, а по 15-18 ракет, но вот мы это делаем. Но опять же, обратите внимание, я разговаривал сегодня с одним экспертом военным, который очень интересную деталь мне разъяснил и объяснил. Он говорит, понимаешь, вот... В эту ночь поднимали там с десяток самолетов этих тушек, да, а запустили всего около 18 ракет. 18. Ну, то есть им приходится поднимать гораздо больше самолетов, чтобы запустить гораздо меньше ракет. Он говорит, это говорит о том, что износ авиации, которая запускает ракеты, очень серьезный. И в большом количестве у них просто нет столько ракетоносителей, чтобы запускать по 100 ракет, как раньше. Поэтому, он говорит, это тоже важный момент. Они не могут восстанавливать, чинить эти самолеты. Они занимаются военным каннибализмом, там разбирают какие-то самолеты, дособирают новые. Ну, в общем, у них с этим большие проблемы. Но опять же, ракеты они все-таки производить могут, пусть пару десятков в месяц, но могут. Другое вооружение, они тоже, значит, по всему миру пособирали там какие-то чипы, какое-то оружие разобрали, комплектуют свои ракеты. Ну, в общем, пока есть у них такая возможность, но этих возможностей все меньше и меньше становится. Поэтому, да, для своих им нужно. То есть хоть одну, хоть две ракеты запустить, чтобы сказать и написать цинично, точно в цель, да, как они после Умани написали. Это же вообще какая-то дичь была, когда Минобороны нас на официальном телеграм-канале написала, что точно в цель. Зная, они в 9 утра поставили на официальном канале эту картинку с ракетой точно в цель, а уже знали несколько часов, что попали в многоэтажку. Ну, в общем, цинизму предела нет российскому. Но опять же, это все очень похоже на какие-то хаотичные панические дергания такие в преддверии действительно контрнаступления. И Пригожин, который заговорил, я вообще-то буду выводить свой ЧВК Вагнер из Бахмута, ну и так далее. Все это говорит не о том, то есть говорит о том, что не в лучшем состоянии и морально-боевой дух российской армии находится. А как он будет находиться в хорошем состоянии, когда но, в принципе, с каждым месяцем для России ситуация ухудшается. Мы берем комплексно, экономически. Все менее, меньше возможностей загрести контрактников становится. Все больше людей выезжает, убегает, ищет пути, как себе эти белые билеты, справки сделать какие-то в России. В общем, а как? И я думаю, что после контрнаступления еще одна волна таких вот депрессивных, пораженческих настроений в России будет. И тут уже, в принципе, можно начинать работать, я имею в виду серьезные информационно-психологические операции по внутреннему разделению российских так называемых элит. У них уже там дисбаланс серьезный. Они уже готовы там сливать собственные записи, только чтобы на них дополнительные санкции не наложили, чтобы ни свои не достали, ни американцы, ни европейцы. Ну, в общем, не сильно приятная для них ситуация, но давайте скажем прямо, и у нас с экономикой не все гладко. Хотя мы понимаем, за что мы воюем, они не понимают, за что воюют они. И, собственно, это один из немногих факторов, почему Украина победит в будущем.